интересное явление. Сверху облака, снизу облака. И только вершины гор просвечивают. Видны. Утром, позавтракав и сбегав в очередной раз в музей, мы попрощались с Кировском и продолжили свой путь на север. Очень не хотелось уезжать из полюбившегося нам города. Хотелось задержаться еще хотя бы на денек. Но надо двигаться дальше, чтобы увидеть еще много всего интересного. Природа резко изменилась. Прямо 38 километров. Исчезли елки. Все исчезло. Остались вот такие маленькие кустики. И маленькие деревца. Седьмой день нашего путешествия. И мы едем в Лавозерские тундры. В поселок городского типа Ревду. Хибины состоят из двух частей, западной и восточной, разделенной Умпозером. Вот в восточную часть Хибин мы и отправились. Ехать нам где-то 2,5 часа. Дорога хорошая, машин, как всегда, мало. Это Манчегорск. Приехали мы в Ревду. Здесь совсем другие горы, плоские вершины, тундры. Сейчас пойдем посмотрим. Может, удастся нам прогуляться по этим горам и увидеть что-то интересное. Ну, мы отправились. 8,5 километров туда, 8,5 километров обратно. По горам. В машине Флорин не решился ехать. Он в булыжнике сейчас что-нибудь пробьет. Идем в горы. Здесь много что хотелось бы посмотреть. Но во времени есть ограничения. Поэтому наша цель — это цирк Распака. А нам туда. Туда ведет. Сейчас вот дорога. Ехать, конечно, по ней трудно. Решили идти пешком. Туда 8,5 километров в ту сторону идти. Так что идем смотреть, любоваться красотами. Туда ведет тропа. Довольно-таки хорошая тропа, поэтому сложностей не будет. В таких горах мы еще не были. Это другая сторона Хибин. Лавозерские тундры. Там снег, снег. Это облака, наверное, да. Облачность, низкая облачность. Вы видели, как образуются облака? Вот так вот снизу они тянутся вверх. Маленькие кусочки тумана поднимаются вверх и соединяются в одно облако. А потом это облако превращается в тучу. Но погода отличная. Тепло, хорошо. Красота. Никогда не видела тундру. Столько мхов, лишайников. Идем, получаем удовольствие. Там какие-то озера. А, это, наверное, где мы проезжали, да? Вон там, это не то, где мы проезжали. А в ущелье снег лежит.
нас, теплый ветерок. И вон там уже голубое небо. Смотрите, какие нагромождения здесь. Тундра сменилась вот такими вот булыжниками. Смотрите, как они откалываются ровно. Такие ровные сколы. Бери, бери, бери в рюкзак и пошли. Хороший камень. Мелкие, красненькие. Черный, вот это ерин. Это вот мелкие, красненькие, это скорее в диалит. А вот это вот зелененькое, это полевой спад, скорее всего. Вот. Вот это красота, а глубина какая. Тут такая вот расщелина. Вот и солнышко вышло. Хорошо идешь по камням? Бодро? Тут главное не посыпаться вместе с камнями при спуске. А то инсталляция получится самая замечательная. Только уже печальная, а не веселая. Самые крутые камни прошли. Вершину даже не видно, откуда мы начали спуск. Вот идем сверху. Долго идем уже. Долина. Очень высоко мы забрались. Такой пейзажик. Комарики жужжат. Солнце светит. Мы уже сняли дождевички, которые защищали нас от сильного ветра. Вот там дорога. Мы идем к той дороге. Там уже будет легче идти до машины. Вперед. Пошли вот такие вот камушки. По ним уже идти легче, чем вот по таким непонятным. Эти такие гладенькие, плоские. И вон она уже дорога. Вон там ручей бежит, озерцо какое-то. А мы идем на дорогу в машине. Идет, камушки все собирает. Весь рюкзак камушками забило.
Вот это все мы прошли до цирка. Всю вот эту вот дорогу. Только мы шли другим путем. А были мы вот здесь. Сам вижу. Снова дорога. Мы едем все дальше и дальше на север. Впереди нас ждет Мурманск. 150 километров и приблизительно 2 часа езды. Ну, а об этом в следующей части нашего путешествия.